Что, Маша, что делать идем? Регистрировать, в смысле, получать номер, стартовый пакет. А зачем? Кросс-кантри триатлон. Получила свой номерок. Документы не нужны. На доверие все, так сказать. Все, погнали. Неохота воду тащить? Воду неохота лезть. Маша купила себе новый гидрокостюм. Покажись. Вот. Новый. Триборд. Первый. Да. В жизни. Это велосипед. Маша поплывет сейчас. Ну не покушала. Да? Натощак? Ну, конечно. Назад дороги нет, все. Маша разминается. Маша побежала разминаться. Берете то, что вам нужно на велосипед, снимаете велосипед. И отправляетесь на выход. Задача проплыть за 15 минут, проехать за 30. Не слезть ни разу слезть. Да, не спешиться. И пробежать за 10. За сколько? Чуть больше получаса на всю дистанцию надо. Маша, что-то протекает, она берет пластырь. Что? Зачем тебе пластырь? Вот здесь заклеить, и чтобы потом еще перчатку надеть. Потому что больно, иначе мне придется вот так ехать. Не старт, то травма. Все вообще за жизнь. Маша пошла плавать. Маша разминается. Греется, я бы сказала. Да. Все, Маша, короче, уже на старте. Ой, девчонки, мальчик-то какая! Хорошая мальчик! 30 секунд до старта Маши. Давайте только не биться, пятка не будет. Маша, давай! Вот! Да. Потом еще ехать и бежать. А потом согреется. Как Маша одна из первых плывет к буйкам. Ничего себе. Маша, давай! Девочки, давайте! Давай, давай, Маша! Погнали! Молодец!
Вот. Полетела, давай. Сейчас будут бороться друг с другом. Все, уехал. Который на протяжении 25 лет возглавлял спортивный клуб предприятия «Адмирал Тиси». Я до этого руководил сборной командой города Нижнего. Маша, давай, 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 быстрее, быстрее, быстрее. Третья, кстати, идешь. Маша побежала. В 0,5 минут стартанула. 12.05. Рассчитываем на где-то 10-15 минут. Ну, на 15, наверное, скорее. Ждем Машу на финише. Маша, побежали. Ща красотка. Та-дам! Давай. Этот этап был самый сложный. Бег? Вот она, Лемболова наша знаменитая. Сложная не по дистанции, а потому что уже третья. Не слезать с велика не получилось. Прям в самом начале. Дважды цепь слетала. И там в самом начале такие горки, песок, мостик и сразу горка наверх. Ну, то есть не разогнаться, ничего. И потом там еще был такой узкий мостик, ну, ты, наверное, знаешь, угу. Который так боку нахер. Я иду пешком. Ну, бегом. Угу. Совсем пешком ты не пешком. Все, молодец. Женщина меня в конце так сделала. Седая. Да, но да. Мощно бежала, ну, то есть без шансов было. То есть до этого была третья, а потом она тебя погнала? Она очень мощно бежала. Я даже если бы все свои там тренерские силы выжила, способности. Я ее на велике сделала, да. Там в одном месте. Да, она сильно позже пошла на велосипед. Она была сначала впереди, потом я ее сделала, а потом она бегала. Все, Маша, молодец. Че бы не бреешь-то? Все вроде. Да. И шея, ну, хорошо. Какие-нибудь задранные головой плыть, не окуная ни разу. Ну, это вообще в конце этого. Это, наверное, последний такой. А, ты, да. Сразу борт. Ты чуть-чуть там потеряла немножко времени, когда тормознула у финиша. Там задроты прям проезжали на одной ноге. Ну, слушай, это никак бы не повлияло на... Ну, то есть это на время повлияло, да. Но на... Распределение мест никак бы не было. Все будет. Где-то кушать. О, Маша, второе место, молодец. Хорош. Маша, давай. Покажи бицепс. Становится чуть поменьше. Покажи свои штучки. Оп, да.